Здравствуйте, уважаемые телезрители канала Десна ТВ. В эфире передача «День за днем». С вами в студии Татьяна Ионкина. Ближайшие 10 минут о событиях города и области. Итак, коротко о том, что сегодня в выпуске. Широкая масленица в городе. Масленичные гуляния в профилактории «Лесная поляна». Благоустройство в стратегии – важная тема. День смоленского поисковика. А сейчас об этих и других событиях подробнее. В древности масленица завершала не только зиму, но и весь год. Участие в обрядах и гуляниях всегда считалось обязательным для всех жителей. В нашем городе традиционные весенние гуляния прошли на центральной площади. Подробности далее. Прощенное воскресенье на Десногорской широкой масленице можно было полакомиться блинами с пылу жару и вкусными шашлыками, а также принять участие в веселых забавах. Жители и гости города по традиции собрались на центральной площади, где со сцены звучали песни в исполнении творческих коллективов Десногорска. Для детей были организованы различные игры и конкурсы. Мужественные и бесстрашные мужчины залезали на столб и демонстрировали свою силу и выносливость в гиревом состязании. А зрители и болельщики дружно поддерживали участников соревнований. Народу много, концерт хороший, все веселятся. Угощений всяких много, шашлыков много. Правда, очень небольшие, конечно, но так все хорошо. На автобус пытаются залезть, продать, не все получается. Нужно раздеваться как старину и в одних трусах, тогда получится все. Праздник в основном очень хорош, раскрывается русская душа, именно вот проводы русской зимы. Весело, красиво, все подпевают, все танцуют, у всех веселое настроение. Нам понравилось принимать участие во всем этом, потому что нам кажется, что такие городские праздники – это очень важно для поддержания общего духа города веселого. Поэтому, конечно, нам нравится дарить улыбки и детям, и взрослым. Очень здоровский праздник. Завершился веселый праздник традиционным сожжением чучела масленицы. С праздником! С праздником поздравляем! Уже второй год сотрудники профилактории «Лесная поляна» и профсоюз Смоленской атомной станции проводят большой праздник «Масленицу» не только для своих отдыхающих, но и просто гостей Десногорска. Мы расскажем вам подробнее, как удался шестой день масленичной недели в профилактории. Широкая масленица собрала более 200 десногорцев на площадке в профилактории Смоленской атомной электростанции. Очень радостно, что больше всего здесь было детей, ведь этот праздник похож на зимнюю сказку. Забавляли гостей герои «Лютая зимушка» и «Красавица весна». Участники праздника прощались с холодами и встречали теплое солнышко. И, конечно же, угощались блинами и горячим чаем на свежем воздухе. Все это сопровождалось веселыми хороводами, конкурсами и соревнованиями. И этот праздник, ну, очень замечательный, очень теплый, добрый, душевный. Замечательный праздник. Традиционно, интересно все, люди вон радуются. Вспоминаем те времена, которые были при Советском Союзе. Потихоньку традиции возвращаются. Хорошие традиции, заверяю вас. Праздник классный удался, снег, улыбки, блины, веселье. Ну, что еще надо нам? Пенсионерам, да еще когда внуки рядом. Красота, праздник. В душе и везде. Праздник вот. Кто кажется на хороший, вкусный, веселый. Вообще хорошо. Молодцы, девчонки хорошо постарались. Все сделали. Ну, и приятно. И погода, видите сами. Такая переходная. Ни жарко, ни холодно. Ну, блины пробовали? Да, пробовал. Все отлично сделано. Хороший задор задавали песни, исполненные коллективом «Гармония». Под их музыкальное сопровождение танцевала вся веселая площадка. Традиционное сожжение чучела зимы свидетельствует о неотвратимости наступления весеннего времени года. «Прощай, зима! Весна идет! Весне дорогу!» Два социальных проекта развития города имеют очень важную грань соприкосновения – благоустройство. Именно им занимается администрация совместно со своими коммунальными службами. О том, какие социальные проекты сейчас имеют приоритетные значения, мы расскажем в нашем следующем сюжете.
В зале городского центра досуга собрались более 400 сотрудников коммунальных служб города, комбината коммунального предприятия, службы благоустройства, управляющей компании «САЭС Сервис». Глава города Андрей Шубин определил две темы для обсуждения – работа регионального проекта «Комфортная городская среда» и разработка стратегии социально-экономического развития Десногорска на период 2030 года. Для работников коммунальных служб – тема благоустройства, сфера ежедневного труда. Именно их руками каждый день создается комфортная городская среда. Труд ваш, он довольно-таки, может, где-то неблагодарный, но, тем не менее, он нужный. И без всего нашего большого коллектива, если так представить, что и подумать, что завтра не будет МОПа, не будет службы благоустройства, не будет городского лесничества, что может наступить в нашем городе? Коллапс. А так как коллапса у нас с вами нет, мы все с вами понимаем четко, что мы хотим видеть и куда мы идем. Поэтому, начиная от генерального директора, от заместителей, и, соответственно, начальники отдела и до простых рабочих, мы с вами ежедневным своим трудом делаем результат для нашего любимого города. Андрей Николаевич сообщил, что в 2018 году Десногорск примет участие в областном проекте «Комфортная городская среда». Для этого среди десногорцев провели голосование на информационных площадках администрации в социальных сетях. В голосовании приняли участие более 15 тысяч горожан. Лидируют две общественные территории. Десногорцы отдали предпочтение благоустройству парковой зоны во втором микрорайоне и реконструкции фонтана в центре города. Также обсуждали активность горожан. В этом году с инициативой в администрацию обратились активисты дома номер 1 первого микрорайона и номер 1 второго микрорайона. Их инициативу одобрила общественная комиссия по оценке проектов благоустройства. Работники коммунальных служб активно обсуждали эти начинания, так как их работа напрямую зависит от активности горожан в этом направлении. Только активные люди могут сохранять в целости то, что делается для них совместными усилиями. В Губернском состоялась торжественная церемония подведения итогов награждения победителей и призеров, а также закрытие третьего открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» World Skills Russia, участниками которого стали и десногорцы, вернувшиеся домой с бронзой, серебром и золотом. Студенты, показавшие наилучшие результаты, получили медали, дипломы и награды из рук замгубернатора Оксаны Лобода. В Десногорском молодежном центре прошла встреча, посвященная истории поискового движения нашего города. А поводом для этого стала дата 18 февраля. Именно в этот день, с 2016 года, мы отмечаем День поисковика Смоленской области. В Десногорске поисковое движение зародилось в конце 90-х. Сейчас в городе работают три поисковых отряда. Это «За родину» командир отряда Сергей Гавриленко, «Высота» командир Александр Дорошенко и отряд поисковиков Смоленской атомной электростанции «Обелиск», руководит которым Алексей Тимофеев. Своей самоотверженной работой бойцы поисковых отрядов открывают новые страницы истории, увековечивают память о событиях Великой Отечественной войны, героизме, мужестве и самоотверженности защитников Родины. Лично мне поиск дает умиротворение и облегчает душу. То, что наша работа приносит огромную пользу для общества, и мы возвращаем тех бойцов, которые считались пропавшими без вести, но это не так, и они возвращаются домой. Да, через много лет уже ни детям, ни женам, может быть, даже правнукам, даже праправнукам, но они возвращаются, они могут к ним приходить, знать, где их родственник и что с ним было, и как он умер. Поздравить поисковиков с праздником в этот вечер пришел заместитель главы города Александр Новиков. Я хочу поздравить вас с таким интересным праздником, День Смоленского поисковика. Насколько я знаю, таких праздников в других регионах у нас нет, поэтому мы уникальны и этим гордимся. Мы хотим передать вам слова искренней благодарности за то дело, которое вы делаете, нужное дело, как в истории Смоленского края, так и в истории всей нашей Родины. И пожелать вам удачи в дальнейшей вашей нелегкой работе. Поиск в архивах, работа с документами, бессонные ночи, жизнь без отпуска и выходных. За свои благие дела поисковики получили благодарственные письма от муниципалитета, от Комитета по культуре и молодежной политике города и руководителя историко-краеведческого музея Натальи Демьяновой.
Поисковое движение у нас в городе активно поддерживается не только администрацией, но и градообразующим предприятием «Смоленская АЭС». Большинство поисковиков – это атомщики. Вместе со взрослыми в вахтах памяти участвуют и дети. Я работаю на Смоленской атомной станции, я инженер. А поисковый отряд наш создан в 2012 году. И вот уже больше пяти лет мы работаем на территории Ельнинского района, Рословского. И участвуем в вахтах и по всей Смоленской области. И даже получается иногда выезжать за пределы области. У нас сейчас 19 человек. Вот из них 6 ребят это подростки, именно которые до 18 лет. И еще ребята, которые уже переступили порог совершеннолетия, ну, учатся в институтах, им все равно продолжают работать с нами, то есть участвуют в наших вахтах, ну, они все равно в нашем отряде. Каждым, кто принимает участие в поисковых движениях, ими движет не слава, не заслуги, а долг. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desna.defis.tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания.